В Кемерове начался суд над бандой грабителей банкоматов. Они нашли в интернете инструкцию вскрытия терминалов с помощью газовой смеси. Искали в городе удобные для кражи пункты приема наличных. Банкоматы взрывали и забирали деньги. Нападение на очередной банкомат зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полицейские опознали мужчину, и во время нового налета подрывники были задержаны на месте преступления.